Пока номинанты, гости премии и вся команда Муз-ТВ готовятся к главной музыкальной церемонии, наши суперстары устраивают нереальную жару в партийной зоне. О чем они рассказали нашей Насте Макости, узнаете прямо сейчас. Кажется, сегодняшняя партийная зона проходит под девизом «Позовите Нюшу сфоткаться». Поклонники и поклонницы даже дуться начинают. Мы ее ждем, но она почему-то к нам не выходит. Мы уже просим, просим, и все никак. Тогда просто не получается по времени к вам выйти. И я, допустим, уезжаю сразу на съемку или уезжаю на какой-то концерт или улетаю. Поэтому знаете, что я вас очень люблю. И всегда, когда есть возможность, я это делаю. Но на этом обиды не заканчиваются. После вот такого вот признания Стаса Пьехи... Я Егора Крида сегодня узнал, как бы, что есть такой артист. И оказывается, его все знают и даже поют вместе с ним, да. Егор Крид как минимум должен удивиться, ну а вообще обидеться. Да его клип на самую-самую на Ютубе уже 21 миллион просмотров набрал, если Стас не в курсе. Вернемся к празднику. Эта партийная зона проходит очень мощно. Во-первых, составчик не слабый, а во-вторых, гостей собралось очень много. Егор Крид, Сергей Лазарев, Нюша, Айза Долматова, ну и, конечно же, я, Артем Шалимов, сделают свое дело на максимум. Кстати, Сергей Лазарев уже готовится к премии Муз-ТВ. Певец со всей серьезностью подходит к своему номеру. Будет такой мощный номер с неожиданными элементами. Я буду петь песню «Семь цифр», песню, за которую я номинируюсь. Так что, ну, я не хочу раскрывать всех, скажем так, подробностей, но будет круто и эпично. Заинтриговал. Теперь ждем премию с еще большим нетерпением. Настя Макоста, Тимофей Трушин, про новости.